Добрый день, дорогие друзья! Год культуры уверенно шествует по стране, открывая новый формат творчества в новых возможностях времени. Студенчество города Гродно гостеприимно распахивает республиканскому фестивалю художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-Вакация 2016» двери. Ваши аплодисменты! Межвузовская творческая площадка «Все может молодость» начинает свою работу. Что такое молодость? Молодость – это постоянная готовность к чему-то новому, отсутствие робости перед неизведанным. Это решительные поступки, головокружительные перспективы и мечты, мечты, мечты. Молодость – это самое время сделать шаг навстречу новым творческим открытиям. Поприветствуем студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Приветствую студентов Гродненского государственного медицинского университета. Летит хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И так, и так, и так, и так, и так. Shuffling.
that butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Определяются таланты, которые в будущем определяют всю дальнейшую перспективу человека. Уже сейчас наши молодые дарования одерживают победы в творческих конкурсах города, области и республики. А там, видишь, нас ждет и мировой успех. Аплодисменты студентам Гродненского государственного аграрного университета. Площадку театров моды. Творческую площадку театров моды открывает показ коллекции Гродненского государственного аграрного университета «Весенняя феерия» театру моды «Милада». Thank you.
дышит теплотой и радостью. Легкими ветрами разносится по природе запах весны. Почувствовать атмосферу счастливых мгновений вам помогут студенты театра моды и совершенства Гродненского государственного медицинского университета. Коллекция «Мой апрель». Oh,
образованиями. Но все эксперименты основываются на крепком фундаменте семьи и общества. В рамках республиканского инсайд-проекта «Провокации» в номинации «Live участие» представляем театральный эксперимент факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Мне плевать на твоих друзей, тем более на кого-то там парня. Собирайся, мы переезжаем. Я подготовила сумку, собираю вещи. Я никуда не поеду. Маша, ну ты же знаешь, какая у твоего отца важная работа. Так будет лучше. Лучше? Для кого лучше? Мы переезжаем каждые полгода. Да вы думаете только о себе и своей работе. На меня вам вообще плевать. А знаете что? Я скоро переезжаю жить к парню. Что? Какой еще парень? Саша! А вот и он, да? Расстаемся? Нет, стой! Алло! Да что она вообще себе думает? Какой еще парень? Я тебе сказал, собирайся! Отстаньте вы от меня! Да как ты смеешь так с нами разговаривать? Ты стала себе слишком много позволять! Как мне все это уже надоело! Мне надоело делать то, что нравится только вам, но надоели вы! С каждым новым переездом смысла от вас все меньше и меньше! Да лучше бы вас вообще не было!
Мама! 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 Где я? Мама? Вы не видели мою маму? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Эй! Смотри, тут еще кто-то. Знаешь последние новости? Нет. Нашли еще 10 человек. И что с ними? Трое мертвы. Остальные изолированы. Подожди, а что за женщина и ребенком? Нет уж. В смысле? Заражены. А исход ты знаешь? Как? Да они украли мою маму. Беги! Стой! Успокойся. Мы пришли помочь. Кто вы? Ну что ты там так долго? Где ее? А это еще кто? Так, бери ее и пойдем. Подожди. Все будет хорошо. Времени нет, потом поболтаем. Я никуда не пойду. Ты посмотри на ее состояние. А что не так с ее состоянием? Ходить может. А знаешь, сколько там еще людей? Да она же ребенок. Оставьте меня. Это уже вовсе не люди, лампочки. Домой.
хочу домой. Домой? Соберись! Разве тебя никто не учил быть сильной? Папа. Дед, да что дед? Кстати, ой, внучок, а когда ты нас придешь с невестой-то своей знакомить, а? Да сядь ты уже! Да бог с тобой! Ой, простите, не заметила. Бог с тобой. Меня уже давно никто не замечает. Да и не приходит никто. Ну а как же ваши родные? Родные? Если бы это хоть что-то значило для меня. Ну как вы можете так говорить? Я совершил столько глупостей. И где я теперь? Посмотрите на меня. Никому не нужный старик. Ну так может вам помощь нужна? Мне уже поздно помогать. Лишь со временем, понимаешь?
что самое главное в жизни? Семья. Студия 13 Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Oh,
душі спочить. Наш бег тепер такий без конці. І роки калізам душі спочить. Кожний свій день і кожний свій крок. Я виберу сам, я виберу сам. Кожний свій день і кожний свій крок. Я виберу сам. Yeah.
Ковш и Артем Оганесян с композицией «Под небом Парижа». Учреждение образования Гродненский государственный медицинский университет.
Yeah!
Гродненского государственного аграрного университета. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, will you? I won't dance, I won't dance, what if I do? I won't dance, how could I? If I hold you in my arms, I won't dance. Танцевальный марафон продолжает группа современной хореографии под руководством Дмитрия Куракулова, учреждение образования Гродненский государственный медицинский университет. Thank you.
Идею следующей танцевальной композиции подсказала культовая эпическая фантастическая сага «Звездные войны». На сцене участники проекта «Провокации», коллектив факультета математики и информатики «Лайк», учреждение образования «Гродненский государственный университет» имени Янки Купалы. Thank you.
Поддержите аплодисменты участников проекта «Мисс и мистер Университет». Хореографическая постановка «Милитари» учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Ищите новые форматы, смело идите вперед своей мечте, и вам обязательно откроются новые горизонты. Ведь у каждого времени свои герои. Как из неба ночь на нас идет, есть наперед. Утка с не скидай, веды, что в себе растут теперь. Здесь снимай и уси зюляй. Ты не один, с тобою мы, студент на мир. Разум нас нужды, для нас нема ничего дорожей. Справжних надей. Студенты наших выпускник, я знаю, что усі. Тоді напера, смарені вера, коли ти є один, постійний.
страшно, крылья опалить. Ты не один, с тобою мы, студент с нами. Раз нас жди, я на себя не до нашей справжанных надежд. Вокации 2018.